Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Cold Zero The Last Stand. Так, в прошлой серии, блин, нам прям еще одну миссию подкинули. Говорят, иди зачищай. Я сейчас зачищу. Все нормально, только я аптечку завязаю вот эту. В принципе, она мне и так лишняя. Патроны я возьму. Калаш я не возьму. Я возьму, почему не возьму? Я просто смотрю, что у них еще есть. Так, еще калаш. В прошлой серии тут такую уже толпу перевалил. Еще калаш. И там еще один чувак, но я его, скорее всего, не возьму, потому что... Ой, возьму. Патроны. Розовенькие эти. Да, только для чего они? Подожди, не знаю. Часы. У меня уже, смотри, инвентарь забит просто. Я в шоке. Я просто в шоке. У меня уже все, инвентарь некуда сунуть. Тарап. 30. Тарап. 20. Тарап. 30. Вот обойма, смотри, целая. Можно, в принципе, калашом вот эти... Это ж к нему, правильно, патроны? Можно им пользоваться, в принципе, просто перезаряжаться. А какая в херу разница? Буду я... Ну, хотя, в принципе, патроны. Патроны лучше не тратить, потому что эти ж ты перезаряжаешь, как бы. А те просто бесплатные. Так, а ты где стоишь? Чувак. Так, вот это сейчас, блин, подстава будет, смотри. Оп. Но! Вырубил. Хорошо, 30 патронов еще у него есть. Мне нужно пройти через ворота. Но при этом мы возьмем калаш. Калаш и вставим в него вот... блять, вот этот прицел. Правильно? Он же? Где он? Они показывают, какой я поставил. Или... А, правильно, я вот этот поставил точность плюс 1, а там точность плюс 2. Хорошо, так, мне нужно выйти через ворота и... Блядь, тут чувак стоит. Угу. Так, короче, надо шибануть сразу вон туда. Ап, сука, попал. Давай. Еще бегут. Не от той стороны. Сука. Сука. Сука! Сука, сука, давай вот эту. А, броник выкинь. Потому что выбили. Почему они без броников? Они в футболках. У них защита хорошая. Так, смотри, есть, отлично. Я перезарядился и патроны восстановил. Это хорошо. Ой, еще, ой, еще и бро... Я только сказал, что у них броника нет, а он сразу появился. Смотри, как четко. Вот это так работало. Ты такой... Ой, блин, ну ладно. Че это? А, это броник. Типа такой... У них броника нету. Там чувак. Увидит меня? Да, походу, увидел. Нет, нихуя он меня не увидел. А, типа, броника нету. Блин, а чё они без броника? Тут херак и броник появился. Каляуи. Так, это мы все забираем. Денежки нам лишние не будут. Хотя, нахера они нам уже надо. Мы уже всех и так херачим. Смотри, четко просто. Так, еще бегут. Чувак, ты дурак? Да ты точно дурачок. Откуда? Ага, опять оттуда. Вот дебилы, блядь. Еще один. Так, 9 патронов хватит на него? Тут такая куча трупов, прикинь. Лежит 5 человек на одном месте, блядь. Идет проверять. Ой, а может быть они живы? 5 человек лежит, ебать. Ты логика. Вообще логика жирная. 5 человек лежит на одном месте, они бегут проверять, может быть, они живы, может быть, я не сдохну. Да? Может быть, все нормально. Так, тут сейчас один черт ногу сломает, что тут можно проверить. В кого тут можно залезть? О, обоймочка, хорош. Тихо. Ну, в принципе, больше я их проверять не буду, нахер надо. Даже если там и аптечка есть. А, сохраняемся, там чувак, вон смотри, 2 чувака, да? Где-то вон там хочет на меня пойти. Ладно, бежим его. Где-то он вот здесь, не пойму где. 2 уже! Да подожди, там же только что 1 был. Ну ладно, патроны потратил. Этот пошел вообще не глухой. Это с пистолетом был. Аптечка. Блять, аптечку некуда всунуть. Не, всунуть есть куда.
сунуть должно быть всегда куда. Правильно? Так, а этот пошел опять... Да откуда вы беретесь? Подожди. Ты же вроде не был тут тебя. Слышь, ты проверил? Нормально все? Ну и вали отсюда, блядь. Эй, я тут шумлю. Он куда-то пошел вообще. Ему страшно. Конечно, страшно, перевалили такую толпу. Слышь? Да включи ты. Чё ты не стрелял, дебил? Мой дебил не стрелял. Почему ты не стрелял? Ну ладно, броньку выкинь. Сейчас вот так, оп, оп. Так, еще один остался всего-навсего. Ну, на этого, я думаю, можно патрончики на пистолетик потратить. Так, он гуляет где-то вон там за ангаром. Сейчас, куда он пошел? Класс. Аптечка. Ну, аптечку тратить не буду. Так, он пошел за ангар, отлично. Можно теперь чуть-чуть расслабиться. Что у тебя было, ты? Блин, аптечка опять. Да что ж такое ты будешь делать? Куда же их всех сувать? А, есть куда. Хорош. Так, чувак, мне как-то на тебя заебенить. Как-то так взять и заебенить. Просто вот так вот взять и взять. Тут станешь? Так, он там что-то ходит возле вертолета, да? Где он? Так, он меня пока не видит. Далеко, да? Засел. Эй! Эй, дебил. Увидел, нет? Да я тут, блядь. Куда ты побежал? Куда он? А куда он? Сука, дебил. Хорош. Вообще жесть. А чё он, куда он щеманул? Красавчик. Все, зачистил всех. Отлично. Фух. Опыт, стоп, пешка, опыт. Сколько опыта? 10. А блин, а все, сила на максималке. Прикинь, 110 максимум могу таскать. Хорошо, тогда качаем стрельбу. В принципе. Дробовики нам не надо пока что. Хотя можно дробовик тоже продать. Где тут выход? Вот тут? Та-да! Нормас. 2 из 8? Где это все было? Может быть, какие-то они там ящики, ну, смотря какие, может быть, они обычные ящики, лежат ящики, и в нем можно покопаться, но я хер его знает, как он выглядит. Ну и мать, вот так. Мне и так некуда все пихать. У меня он аптечек по полрюкзака, патронов полрюкзака и оружки, и все. И еще и украшений тоже дохрена. А так, давайте, вещайте. Бум. Сиська, привет. Я обдумала добытые тобой сведения, а еще переговорила с Доном. Он знает, кто такой Гектор Мартинес. Этот парень — крупная фигура в наркоторговле. Все интереснее и интереснее. Подожди, это еще не все. Мне удалось узнать, что Мартинес управляет всеми делами из Гватемалы и редко выезжает за границу, так что никто точно не знает, где его искать. Он подкармливает тамошних военных, так что они охраняют его и днем, и ночью. Ну, конечно, легкие дела нам не светят. А как же тогда он продает здесь свой товар? Я тоже думала об этом. Его подручный в нашей стране — один скользкий тип, называющий себя Зубастый. Согласно отчетам ФБР, он со своими людьми ошивается на старой станции метро. Подходящее местечко для торговли наркотой. Как думаешь, не пора ли его навестить? Точно. Если Зубастый подручный Мартинеса, он должен знать, где найти босса или как с ним связаться. Но... Я раздобыла несколько старых схем метрополитена. Должно быть довольно точными. Ну, я пошел. Зубастый, короче. Это как у него? Зубов много, да? А ну-ка, я подошел сюда быстро. А ну-ка, сел. А ну-ка, отдыхай, падла. Все, ждем. Так, смотри. В принципе, калаш неплохая штука. Можно его оставить. Патронов у меня, смотри, более чем достаточно на калаш. А где на пистолет? На пистолет 222. Ну, нам на калаш, в принципе, нужен. А к чему вот эти патроны? Вот не понимаю, вот это вот. 5.45. Оболочная пуля. 5.45. А боеприпасы 7.62. 5.45. Ну, я хер его знает, что в 5.45. Ну, это дробовик.
5.45, 5.7. Можно было бы этот по 90 не покупать, просто с калашом ходить. Он, в принципе, нормальный шмаль. Так, все, ты отдохнул. Красиво, побежали. Побежали. Как бежать-то? Забыл уже. Побежали к торговцу. Юху! Торговцу нужно все сплавить, потому что я забит, как скотина. Идем. Идем сначала к этому, к ростовщику. Где он тут живет? Вот тут вот. Оно живет, о. Заходите. Здорово! Я покажу вам, что у меня есть. Покажи. Так, ну мне шмотки эти не нужны, в принципе, потому что... Нахрен оно? Какая разница, как я выгляжу, правильно? А что ему можно продать? Ему можно украшения продать. Порно-журнал за 6 бачей, ты чё? Чувак, там же знаешь чё? Ты не видел? Ты издеваешься? Вот это нормально, за 400 с чем-то продал. 450, да? Да, купить, продать 1300. Что у тебя есть? Аптечка? Да нахер она мне нужна, слушай, чувак, у меня их уже, ты видишь сколько? Чувак что-то попалил в окно и убежал. Ладно, пошли теперь к этому. Сходим. Посмотрим, что я могу сделать. Может, патронов каких возьму? Зачем, конечно, они нужны? Позвольте мне показать вам, что у меня есть в данный момент. Я могу продать, скорее всего, тебе, чувак. А вот этот калаш... В смысле? А, калаш нельзя ему. Тогда дробовик. Окей. В принципе, он-то вроде и хороший, но зачем? Ну, по 90 я не хочу продавать, потому что я его купил. Он тоже, в принципе, неплохо стреляет. Ну, хотя к нему патроны тяжелее найти. Давай ее, наверное, продам. Купил я его, конечно, дорого. Ну да ладно. Мать его так. Ох ты, какая снайпа, это слон. Летальность 500, дальнобой, урон 25. Ну да, с одного выстрела как шмальнет, так шмальнет. Просто, вот смотри, патроны какие я к нему. А, 5.56 5.45, 7.62, 5.56. Какие это, блядь? 5.56. Макаров. Вот 5.56. То есть это такие же патроны, как к по 90. То есть их очень мало. И они очень дорогие, так что смысла в них нет. 5.56, да, так что смысла нет. Хорошо, давай возьму патронов. А, и каких еще? А тут у него нет таких патронов, как мне надо. Хотя вот, смотри, 100 штук, но они дорогие. Очень так, купить-продать. Это к чему у нас тут объем магазина плюс 10? Херня. Херня и херня, да? Так, есть аптечки, броник. Бронежилет классический. А это у нас дороже, значит, берем дороже. Давай возьму одну большую. Да даже две давай возьму. Большие пускай будут. А что там еще? Все? Выход. Вот так вот. А, калаш я продам тому чуваку. Вот, смотри, у меня немножко инвентаря почистилось. Чуть-чуть. Я пойду сейчас к этому, продам ему калаши. Откройте док, чтобы я на короткий путь бежал. Ну хрен ли мне вот это вот лазить тут еще. Как дебило иду в средь бела дня. А сколько вот эта куртка весит? 1.50. Ну ладно. Немного. Можно было бы ее просто выкинуть и ходить как обычно. А какая в херу разница, в чем я хожу? Оно же мне ничего не дает, ни броньку, ничего. Возможно, тебя кое-что заинтересует. Тебя, возможно, кое-что заинтересует, чувак. Так, калаш этот я оставлю. А вот это я продам. И пистолет оставлю. Все. Правильно? Тыщ. У него тут калаши. А, это мои калаши. Ни хера себе они стоят. Так-то... Воу, это дробовик. Джекхаммер. А это что такое? Пулемет! М249. Да. Хорош. А почему у тебя калаш тут и тут? Пистолетах он. Ну ладно. Нет, мне не надо. Все, короче, затарился. В принципе, калаш у меня есть, пистолет есть. Что мне еще надо? Пистолет нормальный, патронов много. Можно только его... А, я тут не возьму, да? Мне теперь что сделать? В офис или мне к этому? На машину?
Где там моя машина? Где там мой тазик? Я вот сюда. Так, F5. На тазик? Да, на тазик, поехали. Научился я играть в эту игру. Сейчас смотри, берем пистолет, убиваем первого противника, берем с него пушку, убиваем второго противника, берем с того пушку, убираем в третьего противника и так далее, далее, далее. И не тратим патроны. Если надо, будем тратить патроны, если надо. Так, а уже нас тут бросили, да? Окей, берем под пусть куль. А я могу тут пройти? Нет, не могу я тут пройти. А, уй, бляха, сколько их здесь, вы чего? Ребята, где моя скрытность? Вот, мне 8% всего видно. Блин, они так-то плохо ходят, если что. То есть мне как-то выбор... То есть меня здесь не видно. Чувак меня увидел, короче, и убежал. Слышь, ты чё стреляешь через этот? Через ящики, сука. Скотина. Это чувак? Два чувака. Такой хоть бери, да калаш бери. Ху-ху. Тихо. Да херли ты через ящики, сука, стреляешь? Ты заколебал. Ну ты видал, ты видал. Он, сука, через ящик стал стрелять. А я в него, кстати, не мог попасть, а он в меня мог. Давай возьму тогда вот так вот еще вставлю в него этот обойму. 50 патронов. Вот это, блядь, все, мощь убойная. Это вам капец, чуваки. Что у вас там есть? А у тебя денежки есть, пистолет. Ну, пистолет это херня, у меня в самого пистолет есть. Так, ой, сейчас, не, нос зудит, сука, пасть куда? Да они с деньгами ходят. Они, сука, с деньгами ходят. Ну, они и с пистолетами. С деньгами и с пистолетами. Блин, сколько здесь народу, кошмар. Опа! Вот это вот хорошо. Вот это вот мы не тратим. Так, тут карта какая-то, подожди, не пойму. Тут двое. Берем обычный. А ящики, как выглядят ящики, которые нужно обследовать? Хрен просышь, да? Че ты не идешь-то? Так, вон чувак встал один. Этот идет назад. Этот с дубинкой вообще. Дебил. На меня решил с дубинкой идти. Ну охуеть опять. Опять они стали, короче, ну что за херня? Они стали, он стал и стреляет просто в меня из-за этого. Из-за стены. Он через стену в меня стреляет. Я в него не могу попасть, а он в меня может попасть. Как может чувак просто с дубинкой гулять? А? Он просто попал в меня через стену. Это не то, что там, я не знаю, вышел он такой и стрелять. Он через стену, через вот это он может стрелять. Я не могу стрелять. Я в него наводил, не могу я так попадать. Так, там, короче, чувак где-то есть. Только он куда-то ушел. Это он вот здесь. Так, он пошел туда. То есть угловые атаки у нас сейчас плохо работают. С угла. Он по кругу, что ли, гуляет? Нужно ныкаться как-то за чем-то другим. Это ящик, да? Это открытый ящик уже. Сука. Кто-то уже пока... Да блин, ты чё? Он точно по кругу гуляет. Он вообще пошел туда. Да ты заколебешь! Чувак, иди сюда. Да иди ты уже! Хоть ты. Тут чувак только что и шел, нет? Да блин, вы заколебали, они от меня уходят. Так, патроны кончились. Берем наш. Хотя, подожди. Но! О, какой нож, смотри, у него. Это выкинь. У этого должна быть пушка. Да, блин, дробовик, сука. Так, ладно, если он не хочет со мной дружить.
Ну и пошли они нахрен, хотя опыт мне нужен же. 2 очка, 300 опыта. Где вот этот вот мужик? Сука, придется бежать на него. Ну а что делать? Он не хочет со мной работать. Подстрелил, падла. На большую. Сожри. Так, а этот где? Этот где-то вот здесь. Где-то он вышел, что ли? Ага. Ой, там прям скопление, смотри какое. Может туда пока не идти, а то они сейчас как побегут все толпой. Просто будет мясо. Хотя у меня 50 патронов в калаше, что я сру? А я тут не пройду. Окей. Тут я не пройду, мне нужно обходить их еще. Так, побежали, потому что это... Никого нет! Нет никого, я один. Ящиков, я так понимаю, тоже нет. Не вижу просто ни одного. Может быть, как-то они выглядят? О, посмотри, койку поставили. Молодцы. Так, лабиринты, лабиринты, лабиринты. Лабиринты — это все херня. Угу, идем сюда. Тут воняет. Тот ящик не работает, он открыт. Так, хорошо, этот спалил или чего? Ты сюда пойдешь? Смотри, у меня просто 8% скрытности, как так? Он меня заметит? Ни хера не заметил. Так, с пистолетик. Так, этот пошел туда, там что-то двое их. 4 патрона надо, чтобы его завалить. Там двое пошло. Бляха, тут сколько народу, просто жопа. В ясный день. Да куда ты пошел, блядь? Ёлки, как? Они так быстро ходят. Так, этот пошел туда. Все пошли туда. Там толпень просто нереальная. Там просто епи его, епи. Капец, они все ходят, но не сюда. Не там, где я. Как назло. Уйти, спокойно стой. Чё такое? Все в 5. Вот они, почему? Они туда прошли, но сюда назад не идут. Первоклассный товар, там кто-то торгует. Нам нужно подумать. Нечего тут долго думать. Нам нужно подумать. Тебе нужно ебальник набить просто и все. Давайте на этом закончим. Первоклассном товаре. Вот здесь прям. Они тут думают, пока первоклассный товар таскают. Все нормально. Я тут сижу 8%. Все окей. А в общем, все, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Ой, у меня броник был. Блять. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии. Cold Zero. The Last Stand. Блять. Это подстава. Нихуя вас тут. Тихо. Все, короче, ребятки, всем пока. Всех переебашил. Ха-ха-ха. Все, всем пока. Что-то красный, ну ладно. Все, всем пока.